Итак, приветствую вас всех, мои дорогие друзья, на моем канале «Мгновение». Мгновение моей жизни. Сегодня воскресенье, и в первую очередь я хочу поздравить европейское полушарие, как то говорится, ту сторону земли с праздником Пасхи. Сейчас там все отмечают Пасху, сегодня Пасха. Христос воскрес, воистину воскрес. А у нас воскресенье, очередной выходной. И мы сегодня приехали на поля тюльпанов, которые находятся в штате Вашингтон, Маунт Верон, городишко такой. И как вы видите, все закрыто, пусто. Вот это вот парковочные места, где люди оставляли свои машины и шли гулять по полям, в парк, который здесь тюльпановый гарден, Розен парк, так называют. И вот видите, здесь вот указатель, что парк находится здесь, эксит правее, но сюда люди выходили после прогулки. А сейчас, видите, все закрыто. Тюльпаны, как всегда, конечно, растут. Здесь большое количество тюльпанов разных сортов. Красивейший парк такой. Очень красивый, по нем погулять, походить. И вот это выход, как вы видите. Но все закрыто, людей нет. И мы приехали в пустую, как то говорится. Но мы, славяне, люди настойчивые. И я все-таки вам покажу немножко тюльпанов. И мы проедемся. Вот здесь вот справа поле, вы видите. Здесь нарциссы росли, но они уже отцвели. И видите, уже нету ничего. Вот здесь тюльпаны уже срезали. Здесь вдоль дороги тоже тюльпаны растут. Но видите, уже все посрезали их. Они все срезаны. Здесь огромнейшие поля тюльпанов разных сортов. Выращивают их в основном для парфюмерных каких-то целей, для лекарственных и тому подобное. И вот этот парк, видите, видите, вот сюда вот вход был, там вот будочка стоит, билетики покупали. Билет недорого стоил, по-моему, 6,50 на человека. Но, к сожалению, в связи с этим коронавирусом все закрыто. Стоят там машины рабочих, потому что здесь рабочие работают, нужно ухаживать за ними, там подрезать, поливать. Вот видите, некоторые сорта уже посрезали, просто вот видите, стоят срезанные, уже головок нету, а некоторые еще цветут, видите. И вон там этот парк, здесь музей тюльпанов очень красивый, но, к сожалению, закрыт. Не знаю. Наши девчонки здесь фотографируются, такие красивые, вау. Да вы что? Прямо. Да. Здесь фотографы тоже приехали, и тоже закрыто, да? Все закрыто. Все закрыто, тоже наши люди, видите. Хотелось бы так это все посмотреть, конечно, но, к сожалению. Одни начинают цвести в начале апреля. Видите, уже их посрезали, вот все срезанные стоят. А некоторые еще продолжают цвести. Я же говорю, здесь очень красивые тюльпаны. Очень красивые такие плантации. Но все закрыто, видите, перекрыто, закрыто. И... А вон туда дальше, если вам видно, там поля, там огромнейшие поля и разные-разные сорта тюльпанов на этих полях высажены.
Ну, закрыто. Ну, мы проедемся чуть дальше, вглубь туда, в парк. И пофотографируем все-таки это все. Люди вынуждены вот так вот с дороги, видите, фотографировать это. Здравствуйте. Смотрите, какие красивые нарциссы. Вот такие вот и тюльпанчики здесь растут. Мы уже давно здесь не были. Обычно мы приезжаем сюда в этот период цветения. Но последний раз мы здесь были, по-моему, лет 5 назад. Ну, закрыто, нет. Нарушу чуть-чуть обстановочку, влезу в их, как то говорится, палисадничек. Вау, какая красота, смотрите. Такие клумбы, такие разные цвета и разные сорта. Тюльпанов здесь высажены. Так, тихоря сейчас подлезем и что-то снимем. Вон рабочие там сидят, видите. Вот, смотрите, какие огромные. Only couple picture. Кричат мне, что закрыто, уходите. Я говорю, я пару фотографий сделаю, я сейчас убегу. Они говорят, окей. Вот такая красотища. А запах какой стоит. Обалдеть. Yeah. I'm take only picture. Okay. I know. I can. Sorry. Thank you. Bye. Говорят, извините, у нас закрыто. И не нарушайте, пожалуйста, нашу территорию. Ну, я так чуть-чуть понаглел уже, можно сказать. Видите? Thank you. Не будем ссориться с людьми. Аккуратненько уходим. Вот как-то так. Жаль. We'll be right back.
Вот вы видите, мы ездим вокруг этого городка. Здесь очень много ферм, где выращивают цветы нарциссы, тюльпаны, крокусы. И вот видите, вот такие вот поля. Еще некоторые остались неубранные, на которых еще цветут тюльпаны. Одиночные вот такие вот поля еще остались. Но, к сожалению, пройти туда и проехать нет возможности, потому что это частные пропорти. А вот это, где вы видите, уже земля перепаханная, там тоже все было засажено тюльпанами или нарциссами, или другими цветами. И уже оно все отросло свое. Эта долина такая находится, видите, везде горы окружают. Как-то так. Но мы еще проедемся здесь по кругу. Может, еще какое-то поле найдем. Покажем вам обязательно. Здесь люди живут, видите, дома. В основном фермеры. Итак, мы подъехали здесь еще к одному полю. Оно хоть и закрыто, но, как вы видите, люди останавливают свои машины вот там вот возле магазинчика, там есть магазин и парковка, и приходят сюда, чтобы это все сфотографировать, увидеть, посмотреть, сфоткаться. Ну, мы тоже решили остановиться здесь, пройтись. Людей, видите, много. Все хотят посмотреть на эту красоту, пока она цветет. Написано, что closed, видите. Раньше можно было там ходить, можно было там фотографироваться. А сейчас нельзя, даже заходить туда нельзя. Вот такая вот красота. Там желтые, сиреневые, красные. Видите? Вот такие поля тюльпанов, но, к сожалению, закрыты. Раньше мы ходили, гуляли вот между рядами, фотографировались, а сейчас все закрыто, потому что открой, народ сейчас как хлынет туда толпами. Ну, люди немножко останавливаются, фотографируются, смотрят. Вот такая красота. Mm-hmm.
Итак, мы заехали на такую ферму, магазин. Здесь очень много вот таких вот теплиц, где люди выращивают различные растения, вазоны, цветочки, кусты и продают это все. У них вот такой вот бизнес, видите, здесь в горшках подвесные такие вазоны, кусты разные, которые можно на улице высаживать. И здесь очень много рабочих, это семейный бизнес. И вот в таких вот теплицах, видите, это все продается. Также здесь есть такой как бы сад на улице, где это все выращивается. И тоже можно пойти выбрать себе или какой-то кустарник, или какое-то дерево, или какие-то цветы. Видите, здесь разные здесь. Множество всяких сортов, огромное количество всяких декоративных, очень цветущих, красивых, даже фруктовые деревья есть разные. Видите, есть тропические, экзотические, все, что душа пожелает. Можешь посадить возле своего дома, на своем бэк-ярде, на своем приусаденном участке возле дома. Видите, в Америке вообще очень много всяких растений. Я столько не встречал у нас на Украине, как здесь. Со всех континентов, со всех стран, со всех островов здесь вот привозят, выращивают, и они приживаются, оккультуриваются, как то говорится. Я же говорю, и тропические, экзотические, какие-то северные, канадские, какие-то, которые прорастают в основном, как то говорится, в холодном климате, так же самое и в теплом климате. Очень много растений. Можно пальму купить, можно апельсины, мандарины, бананы, кокосы, все, что хочешь. Вот видите, вот такие плантации. Это семейный частный бизнес. И вот они сделали вот такой вот магазинчик с разными распродажами растений. Здесь вот есть антикварный какой-то гифт-шоп. Сейчас зайдем туда, посмотрим. Вот мы зашли вот такой вот гифт-шоп. И здесь вот в основном открыточки, картинки, кулечки, сумочки. Все такое связанное с растениями, с цветами. Салфетки можно купить декоративные, видите, разные какие-то наволочки, полотенца, короче, все такое украшение декоративное. Вот здесь тоже даже наряды вот такие вот, старые свадебные платья типа. Да, да, видите. Вот такое бабушкино, моя жена называет. Это все бабушкино. Ну, бабушки любят такое, украшать свои дома. Вот. Подушки какие-то, открыточки.
декорации, короче. Декоративные украшения. Также книжки разные про гарден, про цветы. Как выращивать, как садить, наверное, как разводить. Антикварные типа. Вот как-то так. Вот такой частный магазин, частный бизнес, частная ферма. Людей много, я вам хочу сказать. Вот видите, очередь стоит в кассах. Каждый себе на тележку набрал какие-то кусты, покупает. Как-то так. Итак, после полей тюльпанов мы решили проехаться немножко в парк один. Здесь на залив, морской залив. И вот мы поехали по двадцатке. И вот здесь вот, смотрите, открывается какой пейзаж. Это очень красивый парк на Ок-Харборе. И здесь вот такие вот мосты над водой, которые очень высокие, как то говорится. И этот залив впадает уже в открытый океан. Вот такая вот красота. Девчонки, фотографируйтесь, да? И вот туда он пошел уже, в океан. Ну, давайте пройдемся с вами к мостику. Вот видите, здесь открывается вот такой вот пейзаж. Водичка бурлит. И мост пошел на остров. И, к сожалению, пешеходный мост закрыт. Здесь ведутся какие-то реставрационные работы. Видать, его укрепляют там или красить будут, или я не знаю, что с ним будут делать, но раньше можно было пройтись пешком, походить здесь и туда вниз спуститься. Там вот была такая, видите, тропинка, дорожка. Сейчас вот положили вот камни сюда, и туда проход закрыт. И по мосту можно было пройтись, погулять пешком. Сейчас все закрыто, к сожалению. Да, видать, что-то будут делать, какую-то реставрацию здесь. Видите, так что хотел вам показать вид с моста, но закрыто. Ну ничего, мы проедемся на машине. Вот видите, здесь один вот этот мост. И он типа как бы идет на вот такой вот остров, на скалу. Такую. А потом там второй мост. И дальше пошел уже на остров. А там на той стороне, он, видите, такой красивый пляж. И там парк в лесу. А вот это уже открытый океан. Мы находимся на самом краю штата Вашингтон. Да. Проход закрыт. А, они просто-напросто делают навес. Видите, там, где люди ходят, где пешеходы будут ходить, они устанавливают такие вот, видите, балки. И это будет навес такой, видите, как бы от дождя, который защищает. Чтоб можно было ходить и в случае дождя вас не намочило. Вот как-то так.
Ладненько, мы пойдем проедемся на машине, значит, туда и посмотрим. Американский орел летает, видите? Проехаться по мосту по этому и поедем туда, в сторону парка, спустимся к воде, погуляем немножко. Ну, здесь движение конкретное, смотри, сколько байкеров здесь тоже ездит. Дело в том, что на этом острове там музей есть летной авиации, и туда очень много людей ездит смотреть тоже на этот музей. Закончился. Итак, парк оказался закрытый, как и все парки, и мы возвращаемся назад. В принципе, люди оставляют машины вот здесь вот свои вдоль дороги и спускаются туда вниз, идут гулять, но туда очень далеко и тяжело идти, и мы решили, что мы не пойдем, тем более наши девчонки на каблучках. Если бы они были в кроссовках, может, еще полезли. Ну, а мы возвращаемся. Вот такой вот залив мы проезжаем. В открытый океан. Видите? Вот как-то так. Вот и погуляли. Всем пока-пока. Еще вставлю пару фоток, может. А мы будем возвращаться. Так, мы ехали и видели табличку. Виноградные плантации. И здесь вот вот такая вот ферма, и там написано, можно протестировать вино. Девчата говорят, давай заедем. Вот видите, антикварный автомобильчик стоит. Один, вон там вот второй. И сейчас пойдем посмотрим, что там за вино. Ну что-то я смотрю, думаю, что ничего вам не дадут. Коронавирус закрыто. Но реклама там большая, что типа тестируйте вина. Ну видишь, людей нету. Вряд ли, я думаю, тут будет что-то тестироваться. Он написан close. Где? А ну спроси. It's hello, it's closed. We're closed for you to come inside, but if you want to buy a bottle of wine or bottles of wine, you're welcome to do that. We just can't have you come in, unfortunately. Oh, okay. You want to test? You do? Okay, yeah, we have to wait till the day when we can open for okay. that. I'm so sorry. How much bottle? We have them ranging from $17 to $32. $17? Yeah, we have a Riesling for $17, and then our most expensive bottle is $35. It's a Malbec. Okay. Yeah. So, okay. All right, this is original your plant? Yeah, this was an old barn. We transformed it in 2014, I believe, and then the vine was built after for a bit. Oh, okay. Yeah. Well, thank you guys for coming. Okay. Итак, вот такие вот виноградники здесь, и там туда дальше пошли поля виноградные. И вот такой вот магазин у них здесь. Видите, но вышла хозяйка и сказала, что сори, мы закрыты, мы только продаем на вынос. Я говорю, ну раз на вынос продаете, давайте нам пару бутылочек. Мы дома попробуем.
Вот как-то так. Это чисто такое наше вашингтоновское натуральное вино виноградное. Попробуем. Вот так вот. Здесь в основном везде, как вы уже заметили, фермы. Кто чем может, тем и занимается. Такая большая американская деревня. Как-то так. Ну, большой у них здесь магазин такой, видите. Вот нам несут вино. Уже девчонки там примут. Do you have a big plant in here? Yeah, so we're redoing the stage. We have outdoor concerts out here when the weather's nice. And then when the weather's not nice, we do them in the vine. And we have weddings. Okay. Yeah, big ones. I think our next one is, it's not canceled, it's July 11th. July 11th, yeah. So, yeah. Okay, thank you so much. Итак, наше путешествие заканчивается. Мы едем домой и проезжаем сейчас в Сиэтл. На горизонте Сиэтл. Прекрасная погода. Отличный вид. Отсюда с моста открывается. Это мы едем со стороны Канады на юг, в сторону Калифорнии. И вот с этого моста очень красивый вид на Сиэтл. Решил заснять и вам показать. Сейчас мы пойдем под туннелями, под светом. На юг. Так, на этом заканчивается мой ролик. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Пока-пока.